Всем привет, мои дорогие друзья! Hello, my dear friends! Я сегодня в птичьем царстве королевстве. Вышли с мамой. Посмотрите, сколько красоты, сколько птиц. Настоящий птичий релакс. Не подходи, мама не кушает. Ой, посмотрите, какие птички красивые. Ой, какие красивые. Птичушечки. Вот эти вот, посмотрите, какие милые. Ой. Все разговаривают, их только что кормили. Посмотрите, сколько их много. Я так хотела к этим птичкам сегодня попасть. А на воде, смотри, как они радуются. Я даже не думала, что их столько будет, ребята. Интересно, чем они их кормили, да? Столько много приплыло птиц. Тот, кто любит природу, тот всегда добрый к людям. Да. Это красиво. Все живое. А они не дерутся друг с другом, они дружелюбные, видишь? Одна птичка другую не клюет. Ни большие, маленьких не обижают, никто никого не обижает. Все ходят рядышком друг с другом. Птицы дружные. Дружные птицы. И маленькие, и большой, и средний. Серые. Смотри, как же интересно. Смотри, как. Это утки. Смотри, что делают. Смотри, да, я такой. Если бы, как ты делал в детстве, в мыточке. Тоже поставил комментарий. Thank you very much.
Не забывайте ставить ваши лайки, ваши комментарии. Как чайки интересно плавают. Как интересно чайки плавают. А хвостик, как показал один, красиво. Ребята, удовольствие получили колоссальное, да, ма? Конечно. Столько птиц увидеть, и они все подлетают к тебе, разговаривают. Я думаю, что у вас тоже немножко позитива вам добавилось. Но зато, смотрите, тут такая слякоть. Наш позитив идет теперь по лужам. Но это не имеет никакого значения, потому что заряд мы уже получили. Конечно. И вас заряжаем, пожалуйста. Да, стараемся. Как вы нас поддерживали, и мы стараемся. А руки все-таки мерзнут, очень мерзнут. Пока держала камеру, руки заледенели.